День Конституции в Вербите начался рано утром с отправки новобранцев в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Из Ирбита прямиком в Кремль. Такой путь предстоит проехать призывнику Максиму Рючкалову, который отправился служить в президентский полк. Выбор военной части для себя он сделал осознанно, согласившись на предложение военкомата о прохождении службы в одном из самых престижных подразделений. Причем срочную службу Максим рассматривает и как возможный старт своей будущей военной карьеры. Посмотрим, как служба пойдет. Так, если все будет хорошо, то останусь там, наверное. Вместе с ним на призывной пункт сегодня отправились еще 14 новобранцев из Ирбита, Туринска, Ирбитского района, Слободы, Туринской и Байкалова. Предполагалось, что именно эта отправка будет последней в нынешней призывной кампании. Планировалось, конечно, что это последняя, но я всегда говорю, что план, он, знаете, двигается и вправо, и влево, да? Поэтому планируем еще во вторник отправку у нас будет. Таким образом, ко вторнику число призывников, отправленных в ряды вооруженных сил Ирбитским военкоматом, достигнет 171 человека. Ну а в следующий раз из Ирбита в армию. Молодые люди поедут уже только весной. Юлия Берсенева, Евгений Присяжнюк, Павел Тимофеев. НТС Ирбит.